об этом дне мы говорили всю неделю. О нем мы мечтали всю неделю. Да, мы все время, в общем-то, предвестники этого дня. Самые пятничные люди Первого Приднестровского. Это Мария Пантазии. И Александр Бондаренко. Да. Вот она, ее величество пятница. Просто мы ее так, знаешь, ну вот встречаем уже, ну я не знаю, со всеми распростертыми объятиями, всеми почестями. Просто. Да, если честно, то да, потому что пятница все-таки лучший день недели. Согласитесь, суббота — это отдых, это состоявшееся событие, а пятница — это предчувствие выходных, и, как известно, и как говорят мудрецы, не счастье важно, а предчувствие счастья. Вот пусть оно сегодня будет прям особенным, пусть оно витает в воздухе сегодня целый день. Мы именно с таким настроением начинаем, собственно, эту пятницу. Продолжаем обсуждать главные события, и здесь хочется отметить, ну, скажем, мы очень нерадостные новости, да, о том, что последние статистические данные, вот последние дни, больше 200 заболевших. Да. То есть четвертая волна, она уже настолько активная, что просто игнорировать ее совершенно невозможно. Ну, и если говорить о мировых событиях, да, то буквально на днях в США был побит, ну, скажем, прямо трагический рекорд. Антирекорд, да, да, потому что от ковида в США скончались почти 700 тысяч человек, и это больше, чем в свое время от испанки в 1918-20 годах. А вообще самой массовой пандемией гриппа считается как раз пандемия испанки, да, то есть испанского гриппа, это как раз вот начало, собственно, прошлого века, и вот тогда в США от испанки скончались 675 человек, и вот буквально тысяч, на днях, 675 тысяч человек, да, и вот на днях этот трагический рекорд обновил ковид. Да, предлагаю все-таки не ставить вот этих антирекордов. Да, это тот момент, когда рост цифр не означает что-то хорошее, а как раз говорит о плохом, о том, что нужно вспомнить о простых правилах. Это, да, это социальная дистанция, это маски, это обработка рук, никто это не отменял. Плюс появилась еще и вакцинация, о которой все-таки мы постоянно говорим и призываем вас. Берегите себя, берегите близких. Мы еще раз поговорим о важном, точнее, напомним о важном в нашем блоке социальной рекламы. Ну, будьте здоровы. Здоровы. Давайте мы все-таки поборем эту волну ковид. Ну, надоел уже до невозможности. Надоел ужасно. Не расстраивай меня, а. Ну, сделай ты эту вакцинацию. Ну, я прошу тебя. Ну, пожалуйста. Устали. И морально, и физически. Многие из нашего коллектива по 2 года не были в отпуске. Ковид, он останется, он уже никуда не денется. Будут случаи, но дай бог, чтобы они были единичные. И именно вакцинация позволит нам полностью уйти от пандемии и поскорее вернуться к нормальной жизни. По пятницам не нужно ходить в поликлинику, толкаться в очереди и немножечко ругаться с бабушками, потому что поликлиника едет на Первый Приднестровский. Прям в эфире, да? Да. Ну, собственно, возглавляет этот процесс Наталья Донц. Доброе утро. Мы занимали, я занимал за Марией. Да. Доброе утро. Доброе утро. Ну, в общем, вопросов у нас в очереди, так сказать, нашей много. Но мы вот, значит, первого, так сказать, занявшего очередь. Мы уже немножечко поговорили за эфиром, очень красиво звучит. Озвучите, Мария, пожалуйста. Да, но на самом деле вопрос, который, я думаю, касается многих. Значит, что делать, если сухие локти и кожа рук? Да, действительно, красивая увлажненная кожа отражает наше внутреннее здоровье. И если кожа сухая, допустим, локти, пятки сухие, или высыпания какие-то на коже, или чрезмерная жирность кожи, или, допустим, папилломы какие-то растут на коже, пигментация появляется, или красные капли очень часто у женщин на животе появляются, то есть любые кожные проявления, они сигнализируют о нездоровье, о внутреннем нездоровье. Если вот то, что спрашивает наша подписчица, сухие локти и сухая кожа, это сигнал организма о том, что не идет адекватное усвоение жирорастворимых витаминов. Это витамин А, витамин Е, витамин D и витамин К. Дело в том, что эти жирорастворимые витамины к нам поступают с жирной едой. Сливочное масло, яичные желтки, оливковое масло, рыбка жирная. Но усвоение идет только если у нас хороший отток желчи.
Соответственно, эти витамины усваиваются, и они дают такую увлажненность или натуральную жирную смазку для нашей кожи. Зачастую, если ребенок рождается, допустим, с каким-то проблемным желчеоттоком, а это часто встречается у детей, какие-то загибы, дискинезии, застойный желчный пузырь, то со временем формируется эта проблема. Поэтому что делать, если вы уже обнаружили у себя сухие локти и сухие пятки? Проверить, потрогать. Не, ну через ткань не чувствуется, но, возможно, сухие, я не знаю. Это повод обратиться к доктору за дообследованием. То есть в первую очередь необходимо сделать УЗИ внутренних органов, то есть посмотреть, насколько правильно функционирует желчный пузырь, посмотреть состояние печени, сдать обязательно печеночные пробы, нет ли какого-то скрытого холестаза, то есть застоя желчи. Обязательно проверяется содержание железа в организме, потому что сухость кожи формируется и из-за недостатка жирорастворимых витаминов, и из-за недостатка железа в организме. Напомню, что проверяем мы не только общий анализ крови. По общему анализу крови у нас гемоглобин может быть в пределах нормы. Мы всегда проверяем скрытый, латентный железодефицит, в котором, кстати, пребывает больше процент нашего населения. Мы всегда проверяем ферритин и трансферин, то есть такие показатели. И обязательно сдаем капрограмму, то есть такой вот анализ, который показывает, перевариваются у нас жиры или нет. Кстати, вот о жестком дефиците витамина А в организме на коже еще свидетельствуют так называемые цыпки. Вот многие люди проводят по наружной поверхности плеча, и вот кожа такая шершавая. Или у многих на бедрах такая шершавая кожа появляется. Никто не знает, что это такое, а это как раз жесткий дефицит по витамину А. Ничего себе. Дефицит витамина... Лично, да? Нет, у меня все гладкое, но удивительно, да, что, казалось бы, там сухие локти или шершавая кожа может свидетельствовать о каких-то таких проблемах. Не просто так, вот от природы. Мне кажется, она там сухая. Ну, по крайней мере, у меня какая-то, да, картинка перед глазами, мол, там помажь каким-то кремчиком, и все пройдет. Крем, да, и не парься. То в, есть, норме, да, типа в норме, когда идет адекватный желчеотток и адекватное усвоение всех витаминов и минералов, мы не нуждаемся вообще в кремах. Ага. Если, допустим, дефицит витамина D, то локти становятся, помимо того, что они сухие, они становятся пигментированные. То есть это называется в медицине синдром грязных локтей. То есть локти чистые, но на вид они такие пигментированные. Да, как будто грязные. Кстати, немногие обращают на это внимание. А вот если человек не вот так посмотрит, да, когда он натягивает кожу, и она светлеет, а именно вниз опустит руку, если мы посмотрим, то... Прям хочется... Я думаю, сейчас все дома занялись этим процессом. Да, я думаю, что многие сейчас смотрят не в экраны на локти, но это приятно. Пигментированные локти – свидетельство о дефиците витамина D. Или, допустим, если не хватает другого жирорастворимого витамина К, это вдруг появляются ни с того ни с сего синяки на теле. То есть вроде бы не ударялся, вроде бы ничего не делал, появляются синяки. Или чистим зубы, десна начинают подкравливать, кровоточить. Да, почему-то мы сразу идем к стоматологу, начинаем выяснять, нет ли там каких-то проблем зубов, а на самом деле это проблема желчеоттока и проблема неусвоения жирорастворимых витаминов. Ну ничего себе, сколько профессионал может посоветовать, да, но обычно, вот, ну мне кажется, сухие локти и ладони, да, все пытаются какими-то косметическими средствами, ну, конечно. Да, то есть бегать в косметологу, там что-то помазать и типа пройдет, а оказывается нужно все-таки обращаться к врачу. Но это ж не все проблемы, да, вы уже начали там перечисляли целый список, локти сухие, да, кожа. Я еще не отошел от первого списка, где Наталья перечисляла все возможные, то есть у меня и зачесалось, и где-то что-то выскочило, то есть в целом все было в порядке. Вы еще говорили о пигментации и о не родинка, как это правильно называется? Да. Папилломы, я знаю. Могут быть, на коже могут расти папилломы. Да? Очень часто у женщин на шее появляются папилломы, в подмышечных впадинах, под грудью. Папилломы – это такие образования, которые появляются на фоне повышенного уровня инсулина. Инсулин – это гормон поджелудочной железы, и он выделяется в большем объеме, если, допустим, человек злоупотребляет мучной едой, сладкой едой. И вот
на вот этих больших объемах инсулина начинает расти вирус папилломы человека, который находится на коже. И, соответственно, человек куда идет? Идет к косметологу удалять папилломы. А что нужно сделать? Нужно изменить свое питание, то есть убрать сладкую еду, убрать рафинированную еду для того, чтобы нормализовался уровень гормона инсулина и, соответственно, не росли эти папилломы. Или частая проблема – это появление красных таких капелек на животе. Тоже в интернете пишут, это проблема поджелудочной железы, идите лечитесь у гастроэнтеролога. Да, действительно, то есть появление красных капель – это разрастание клеточек сосудов в ответ на повышенный уровень инсулина в организме. То есть это тоже повод изменить свое питание. Очень часто люди обращаются с высыпаниями, то есть различная угревая сыпь или там, допустим, какой-то дерматит, воспаление кожное. Это тоже организм сигнализирует о том, что внутри имеется какая-то проблема, то есть неадекватно выводятся токсины из организма. У нас из организма токсины выводятся 4 путями. Первое – это печень обезвреживает токсины и сбрасывает их в желчь, а когда мы кушаем, желчный пузырь опорожняется, и, соответственно, токсины выходят. Второе, токсины из нашего организма выходят через кишечник, то есть естественное очищение кишечника каждый день. Третье, токсины выходят через почки с каждым походом в туалет, мы избавляемся от этих токсинов. И четвертое, токсины выходят через дыхание. Всегда привожу пример, это накануне употребил алкоголь, на утро имеется запах перегара, вот это организм избавляется от продуктов обмена алкоголя. Так вот, если хоть один из путей не функционирует нормально, допустим, желчеоток проблемный, да, или с кишечником нет регулярного очищения, то организму же нужно выводить токсины. Наш организм очень умная система, он начинает эти токсины выводить через кожу. А, через поры, получается, и, да, конечно, и у людей появляются различные акне, различные высыпания, воспалительные процессы. Что делает человек, когда у него появляется проблемная кожа? Он бежит к косметологу. Да, я не против, косметолога действительно нужно посещать, но... косметологи сейчас выдохнули. Всех клиентов заберут сейчас. Внешне, конечно, нужно делать там определенные пилинги, там какие-то чистки, но здесь необходимо восстановить дезинтоксикацию организма. Проблема глубже. Да, то есть здесь проблема на самом деле глубже, то есть нужно просто наладить функцию желудочно-кишечного тракта. И очень часто, с какой я сейчас проблемой на своих гастрологических приемах сталкиваюсь, вот прям хочу ее озвучить. Девочки с акне, с высыпаниями, с угревой сыпью приходят к косметологу, и косметолог назначает девочкам комбинированные оральные контрацептивы. То есть косметолог, не доктор, назначает девочке гормональные препараты для того, чтобы у нее почистилась кожа. То есть косметолог недопонимает, что проблема с кожей возникла и так из-за нарушения функции печени, из-за нарушения функции кишечника. Девочка не наладила эту проблему. Начала пить контрацептивы, да, они действительно чистят кожу, но контрацептивы имеют естественное побочное действие, еще большее сгущение желчи и еще большее затруднение желчеоттока. То есть, по сути, девочка усугубила проблему, и ко мне на прием приходят девчонки, извините, с разрушающейся печенью, то есть с воспалительными процессами в печени, с болями в животе. И когда, конечно, начинаешь раскручивать этот клубок, понимаешь, что девочка начала просто не с того конца. Поэтому, если даже и есть необходимость в приеме контрацептивов, пожалуйста, это должен делать не косметолог, это должен делать доктор-гинеколог. Получается, что к косметологу нужно идти, да, вот папилломы те же, да, удалять, но при этом для того, чтобы это не появлялось, все-таки нужно идти к врачу, да, в первую очередь. Конечно, нужно обследоваться и наладить. То есть все-таки начинается обследование, а уже затем, так сказать, последствия, а лечить все-таки причину. Но я вам хочу сказать, что грамотные косметологи, они сразу посылают на консультацию к доктору-терапевту или к доктору-гастроэнтерологу. То есть грамотные косметологи понимают, что проблему надо лечить изнутри. Так, ну вы, Наталья, назвали практически уже все женские беды.
внешние, да, тут, мне кажется, и мужские есть определенные. Но в основном, так сказать, женщины просто по этому поводу больше переживают. А, там, ну, возможно, выискивают, да, себе там папилломы, я не знаю, какие-то... Чем еще по вечерам заняться? Сижу, себе папилломы рассматриваю. Ну, согласись, мужчины как-то к этому не так трепетно относятся. Редко я смотрю папилломы. Ну, значит, еще одна проблема женская, так сказать, есть вероятность, что тоже она связана как раз вот с какими-то внутренними проблемами. Это целлюлит. О, ну ты очень долго к этому подводила. Я чувствую какое-то хорошее слово. Целлюлит, господа, мы сейчас обсудим. Вот так ли это? То есть тоже ли нужно искать где-то там внутри проблемы? Мария, вы абсолютно правы. Я могу сейчас выйти, да, потому что это меня не касается, слава богу, и пока погулять. Потому что целлюлит у нас принято лечить какими-то лимфодренажами, пилингами, массажами, и это правильно, это тоже делать нужно. Я думаю, что нужно лечить, просто рот закрыть и... Зашить. Можно его ненадолго зашивать. Но на самом деле просто нужно понимать, из-за чего целлюлит образуется. Дело в том, что в организме женщины выделяются яичниками гормоны эстрогены. Все об этом знают, да? Так вот, когда эти... Уже да. Вот буквально секунду назад я об этом узнал. Так вот, когда эти эстрогены отработали в нашем организме, они должны благополучно вывестись из организма. Если этот процесс нарушен, а отработанные эстрогены у нас выводятся при помощи желчи и при помощи правильной, хорошей работы кишечника. Так вот, если эти отработанные эстрогены из организма не выводятся, они накапливаются в организме. И вот этот избыток метаболитов эстрогенов приводит к тому, что женщина начинает поправляться, как груша, или, когда говорят, фигура как гитара, да? То есть, когда она до талии, да, она стройненькая, а ниже талии уже появляется животик, бедра большие, ноги большие. То есть это говорит о том, что проблема идет вне выведения эстрогенов. Это проблема печени, желчного пузыря и проблема кишечника. И что появляется, когда накапливаются эстрогены? Кожа становится... как апельсиновая корка, то есть это и называется целлюлит. Mm-hmm. Поэтому, помимо того, что внешние какие-то, да, массажи применять, пилинги и лимфодренаж, здесь необходимо заняться восстановлением пищеварения для того, чтобы решать эту проблему и наружно, и изнутри. И еще очень часто люди приходят с пищевой аллергией, диатезы различные, там поела, допустим, красные помидоры, лицо обсыпала, да, или там ребенку ввели, к примеру, там какой-то яичный желток в питание, угу, да, у него диатез появился. Из-за чего это происходит? Это тоже проблема нарушенного пищеварения. То есть наша еда усваивается организмом, и организм ее воспринимает нормально, только когда она хорошо расщепилась. А расщепление зависит от кислотности желудочного сока, от хорошего желчеотока и от хорошей работы кишечника и ферментов нашей поджелудочной железы. И если где-то вот этот механизм нарушен, эта еда не расщепленная, и организм ее воспринимает как аллерген. И, соответственно, начинает атаковать эту еду. И у человека появляются кожные проявления пищевой аллергии. Поэтому здесь не только использовать там гормональные мази наружно, а опять-таки обратиться к терапевту, к гастроэнтерологу для того, чтобы дообследоваться и восстановить работу желудочно-кишечного тракта. В общем, первое, что мы, наверное, уяснили, это что нужно обязательно идти к врачу на дообследование. В целом, что еще нужно делать? Самое главное – это правильное питание. То есть любую мусорную еду нужно использовать по назначению. Нужно ее в мусорку отправлять. Не в себя, а не делать из себя эту мусорку. Потому что именно вот эта еда, этот фастфуд, сладости, чипсы, сухарики, это все отравляет наш организм и приводит, в свою очередь, к нарушению пищеварения. Поэтому в первую очередь, конечно, это правильное, сбалансированное, здоровое питание. Хорошо, что у меня не будет целлюлита. Продолжаю есть мусор. Мы это то, что мы едим, не зря эта фраза так давно и так упорно живет, собственно. Программа «Здравствуйте» в это воскресенье, ближайший выпуск, о чем он будет? Мы поговорим об онкологии желудочно-кишечного тракта. Дело в том, что онкология сейчас вышла на лидирующие позиции. Если раньше преобладала онкогинекология, то есть малый таз, молочные железы, то сейчас онкология кишечника вышла на первое место. И мы расскажем, что такое онкоскрининг, кому он должен проводиться. Онкоскрининг – это профилактические исследования желудочно-кишечного тракта для того, чтобы своевременно диагностировать онкологию и, соответственно, вылечить ее.
Ну, тема важная, что говорить по воскресеньям в 10 утра. Можно посмотреть программу «Здравствуйте». Ну, Наталья, вам большое спасибо. И вам спасибо. Спасибо большое. Увидимся спасибо уже буквально через неделю. Ну, а мы продолжим, пожалуй, блок афиши. Все-таки сегодня пятница. Пятница. Красивый наш любимый день. Да. Соответственно, и много самых разных событий. Соответственно, не все будут смотреть телевизор все-таки, потому что телевизор смотреть нужно, особенно Первый Приднестровский, но и отвлекаться от виртуальной жизни к реальной стоит. Тем более, что сегодня уже есть события, на которые стоит попасть. Это спектакль «Бред вдвоем», премьерная работа нашего молодого режиссера Владислава Олейника под руководством Дмитрия Шамильевича Ахмадиева, главного режиссера театра. И сегодня это все можно посмотреть на малой сцене в малой форме. И вот мы, да, с тобой немножко беседовали за кадром о том, что это, наверное, даже более ценно, потому что малая форма, она сейчас стала, к сожалению, реже, ну и плюс мест совсем мало в зале из-за карантинных ограничений. Ну и плюс вы очень близки к актерам, то есть вот это вот ощущение камерности, оно, конечно, добавляет ощущений, плюс сама, собственно, постановка, это ну так в стиле абсурда, да, скажем нет, так. Это театр абсурда. Театр, да, абсурда, да. И это, поверьте, это полное погружение в 3D. Такого 3D вы даже на большом экране не видели. Поверьте, вот это полнейший 3D-эффект перед вами. Ну и, собственно, еще одна премьера, да, на прошлых выходных начался 52-й театральный сезон с премьеры, с «Маленького принца». Вот буквально через неделю уже следующая премьера, спектакль «Бред вдвоем». Ну а в субботу и воскресенье тоже, собственно, премьеры этого года. Да, но еще считаются они премьерными спектаклями. В общем-то, в субботу будет спектакль «Смешанные чувства». Про любовь, просто про любовь более пожилой пары. Ну и в воскресенье «Сублимация любви». Извините, да, можно главная роль полюбоваться красивыми актерами, да, типа Дмитрия Джуринского и Юрия Ткаченко, и ну, ассистирую и я, да. Бондаренко, да. Спасибо, ты хорошо меня объявила, продолжай работать со мной. Да. Ну и для наших маленьких зрителей есть спектакль «Кошкин дом», бывший на нем, говорят, что очень ярко и зрелищно. К счастью, я на это не смотрю, я в этом играю, но потому что, мне кажется, для артиста, который участвовал в спектакле, посмотреть на свой спектакль со стороны, это самое худшее наказание, поэтому лучше я буду играть, приходите. Итак, да, для маленького зрителя в 11:30 и в субботу и воскресенье «Кошкин дом». Добро пожаловать в театр, что ты скажешь. Но не все события заканчиваются, так скажем, театром. Да, только есть начинается. Есть еще, да. Выставка-ярмарка «Покупай Приднестровское» в Слободзе. Уже завтра с 7 утра. В общем-то, можно на выставку-ярмарку сходить, а потом в театр приехать с баллонами. Ну, знаешь, времени много, да. Прям вот раненько-раненько начинаем. До 2 часов будет ярмарка в самом центре Слободзе. Я думаю, что вы не потеряетесь. Ну и, собственно, Слободзея на этой неделе исполнилось 252 года. Ну и тут вот еще выставка-ярмарка тоже пройдет в Слободзее. Да, ну можно поучаствовать в субботнике. Правда, он получился не субботник, а воскресельник. Воскресник, наверное. Воскресник, да, спасибо. Что-то немножечко церковного поеда. Воскресник. Можно прийти, в общем-то, для уборки совместной на берегу Днестра. Собираемся возле парома в 10 утра и, в общем-то, очищаем Днестр, очищаем берег Днестра вместе. Мне кажется, особенно после вот всех теплых, да, вот буквально первой неделя холода. Но до этого были очень теплые. Времен пикника. Спасибо, да, ты понимаешь, про что я, да, времен пикника. Стоит все-таки убрать, это наш любимый Днестр, это наш любимый берег, и стоит убраться все вместе. Да, с собой желательно взять перчаточки, вот, чтобы поберечь руки, ну и все вместе с хорошим настроением и желанием не очистить берега руки, Днестра. Не поберечь руки, этими руками не трогайте землю возле Днестра, знаете, как бы, так что в перчатках будет. Ну, в общем, да, 10 утра, в воскресенье можно, значит, вот так время провести, но есть и еще спортивные альтернатива для воскресного утра. Это масштабный IT-забег, проводит его компания DEX. Они молодцы, это уже третий их забег, и такой масштабный, мне кажется, самый масштабный из всех. Ну, перекрывают центр, улицу, центр, да, всю центральную. И, в общем, много всяких бонусов там еще будет. Мы решили этому вниманию, так скажем, отдельно уделить внимание, опять-таки. И в нашем следующем сюжете мы продолжим как раз разговаривать о предстоящем забеге. Регистрация, кстати, еще открыта, можно стать участником. Уже в это воскресенье Тирасполь превратится в большую спортивную столицу. В 10 часов здесь, у главного городского фонтана, стартует IT-забег, третий в истории. В этом году в мероприятии примут участие больше 1000 человек. Итак, воскресенье, 8:30, место сбора. Вот эта площадка перед киноконцертным комплексом Тирасполь. Здесь будут столы регистрации, камеры хранения. В 9 утра будет большая зумба-разминка. Ну а в 10, вот здесь за моей спиной, появится большая арка для большого старта.
IT-забеги от компании DEX – события всегда массовые, ведь для того, чтобы выйти на старт, совсем не нужно быть профессионалом. На этом празднике главное – спортивное настроение. Получить заряд здоровья в этот раз смогут и взрослые, и дети. Мы не ставим рекорды, самое главное – победить себя. Как я говорю, хотя бы добежать, дойти, доползти до финиша. Кто это сделает, кто победит себя, получит обязательно медаль финишера. Плюс, конечно, дополнительно призы и подарки всем призерам, занявшим первое, второе и третье место. Прошлогодний IT-забег проходил в Бендерской крепости и собрал больше 500 участников. В этом всего за неделю регистрации цифра приблизилась к 1000. Присоединиться еще можно. Регистрация быстрая, легкая и бесплатная. Дистанция стала больше. Бежать можно всей семьей. Дистанций будет несколько. Для детей это 300 и 500 метров, для взрослых 5 километров, 10 и 21. Старт будет у арки в этой точке. Дальше бежим в сторону центра до улицы Правды. Там разворачиваемся, бежим обратно. Один круг – это 5270 метров. То есть, чтобы преодолеть самую максимальную дистанцию, нужно будет сделать 4 полных круга. Выбрать свою дистанцию можно будет перед стартом. В зависимости от длины маршрута получите соответствующий номерок, дойдете до финиша – памятную медаль. Вот это награда для участников детского забега. Это для взрослых. В копилке семьи Логвиненко таких медалей уже несколько. Байдарки, походы, фитнес – эти ребята на стороне ЗОЖ. Ежегодно мы участвуем в IT-забеге, который проводит компания DEX. И в этом году это будет уже третий забег. И, конечно же, мы на него пойдем. Пойдем всей семьей. Наши двое детишек тоже будут с нами бежать. Они пробегут свою маленькую дистанцию, свою для детишек. А я побегу на 10 километров. А ты на сколько? На 5. Такие мероприятия очень мотивируют людей, которые занимаются совершенно разными областями, заняться спортом, выйти из офисов. С семьей поучаствовать в большом мероприятии. Я третий год побегу вместе с сыном дистанцию 5 километров. Для нас это не только спортивное мероприятие, но и хорошее семейное мероприятие. Не обойдется на спортивном празднике и без традиционной зумба-разминки. Для самых маленьких подготовили шоу аниматоров и мастер-классы. Для спортсменов постарше – интеллектуальные игры и конкурсы. Интересно будет всем, кто бежит в ногу со временем. Принять участие в забеге могут все без исключения, вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки. Но для начала нужно пройти регистрацию на официальном сайте. Здесь вы вносите свои данные. И до встречи в это воскресенье на старте. Скажем так про гороскоп сегодня. Скорее земля окажется плоской, чем мы перестанем читать гороскоп на Первом Приднестровском. Именно еще и стихи так, получились. Все это в стиле Шекспира раннего. Это все вдохновение, понимаешь, да, от звезд, да. Саша. Давайте почитаем. Итак, овны. Сегодня постарайтесь избегать обещаний, клятв и ненужных разговоров. Не следует браться за рискованные и непроверенные проекты, заниматься покупкой или торговлей недвижимостью. Сдалась она вам. С пятницы надо отдыхать. Да, конечно. Кто в пятницу покупает квартиру, тот поступает немудро. Вот так сегодня скажем. Тельцы. Да. Звезды предупреждают о неожиданных поворотах судьбы. Несмотря на то, что наступает период благоприятный для самореализации, проявления талантов и самовыражения, финансовые успехи и продвижение по служебной лестнице будут крайне неустойчивыми. Вот да ладно, если что, поддержим тебя немножко. Хорошо. Куда же мы без тебя уже в редакции? Редактор нашей редакции, кстати, кто не знает, господа. Близнецы. Личная жизнь потребует от вас сегодня осторожности и внимания. Возможно, этот день позволит вам осуществить мечты в отношении особо противоположного пола. Визит друзей или неожиданный сюрприз даст возможность слегка расслабиться и отдохнуть. Вот это, я понимаю, пятничный гороскоп. Тем более близнецы знают, как сегодня подкатить. Погладили локоток и сказали: о, у тебя хватает всего в организме, железа у тебя достаточно. Спасибо, Наталья Донцова. Близнецы, да, посмотрели нашу рубрику. Да, раки. Раку захочется убежать на необитаемый остров, спрятаться от всех и отключить телефон. Это не депрессия, а банальная усталость и апатия. Так что всерьез задумайтесь об отдыхе. Он вернет вас к жизни. Раки, не нагружайте себя. Отдохните сегодня. Да, но все мы, знаешь, иногда немножко раки. Все мы хотим немножко... Да. Все мы хотим постоянно сбежать на необитаемый остров. Так, гороскоп предсказывает Льву монотонный день, но работа будет в радость. Начальство поручит нечто такое, что зажжет в душе приятное.
приятный огонек. Вы проявите себя как личность творческая и неординарная. Есть возможность запланировать путешествие за границу. Займитесь организационными вопросами. Вот львы как раз сегодня могут от начальства получить премию и поехать на необитаемый остров. Это прекрасно. Девы, если дева на все возникающие сегодня ситуации будет смотреть с другой стороны, то вырулит на верную дорогу. Возможность сделать карьеру очень велика. Увы, денежные проблемы никуда не уйдут, поэтому шопинг лучше отменить. Прислушивайтесь к чужому мнению, оно принесет пользу. Почему у меня сегодня какие-то типа все будет, все развернется, но денег не принесет, как и твой гороскоп. Бывает, бывает. Бывает так, да. Итак, весы. В бешеном темпе будут трудиться весы, чтобы пораньше сбежать с работы. Ну, пятница, понятное дело. Только смотрите, ни в чем не ошибитесь, иначе придется переделывать задание. В остальном поступайте так, как хотите. Ваша интуиция вас не подведет. Мне это приятно. Но в любом случае, с внутренним голосом нужно быть осторожным. Да-да-да. Скорпионы, постарайтесь не назначать на первую половину дня деловых встреч. Вас ожидают ошибки в поведении. Возможно, резкие и внезапные перепады в настроении, но к концу дня все наладится, и вы будете довольны результатами. А вот у скорпионов хороший день, видишь? С утра немножко нервно, а к вечеру все будет хорошо. Вечер пятницы, он как-то способствует, понимаешь? Третья расслаблению. Третья шутка про пятницу за гороскоп. Я ее вообще не поддерживаю, заметьте. Так, ладно, да. Гороскоп советует стрельцу окружить себя красивыми и яркими вещами. Вам это поможет избавиться от душевного дискомфорта. Проведите день ярко. Почему? Потому что... Пятница! Пятница, да, спасибо. Видишь? Козероги. Козерога будут много принимать за жилетку, в которую все хочется высказать, и свои жалобы, и проблемы. Сами думайте, нужно ли вам все это. Отлично пройдут переговоры, личный бизнес приведет к перспективам. А если личного бизнеса нет, что делать? Ну, что-то там еще было, кроме личного бизнеса. Ну, тогда просто... надо быть жилеткой и все. Да, понимаешь? Тогда просто плачьте сами себе в жилеточку. Водолей будет очень доволен собой и тем, что происходит вокруг. О таком выдающемся и славном деньке вы мечтали давно. Все лучше воплотиться в жизнь. Деньги прибудут, любимый человек еще раз докажет свои чувства. Эти водолеи что, уже уехали на этот необитаемый остров счастья? И счастливы там, да. Рыбы сегодня. Рыбы могут посетить отличное мероприятие, которое сможет их как-то вдохновить и поспособствовать дальнейшему развитию. Окунитесь в события с головой. Почему? Мария? Потому что пятница, потому что друзья. Пятница. Слушайте, это можно на рингтон ставить. Потому что пятница, говорит Маша, и это приятно. Все на пятницу. Ну а сейчас мы тоже окунемся с головой в наш следующий сюжет. Он очень такой интересный. У нас потому появилось... что пятница сегодня. Потому что эфир пятничный. Ну и сегодня все как-то особенно интересное. Ну сейчас сами убедитесь в этом. Давайте насколько посмотрим. Это интересно, узнаем прямо сейчас. Больше всего я хочу стать милиционером. Я еще не выучила это слово. А кем ты хочешь быть, когда ты вырастешь? Черепашкой. Черепашкой нельзя? Да. И поэтому ты пришел заниматься сюда? Да. Да? Да. А черепашки нельзя никакие? Рафаэль, Лео, Микеланджело и Донни. Так кем ты будешь? Каким из них? Я буду Лео. Почему? Ну потому что я крутой. Чтобы все мечты сбылись, нужно потрудиться. Приветственный поклон, и тренировка начинается. Развить силу, выносливость, ловкость. Впереди целый час работы над собой. Главное – научиться преодолевать себя и слушать наказы тренера. Для таких маленьких детей, конечно, самое первое – это нужно дать общую физическую подготовку, растяжку, акробатику, гимнастику. Дети в таком возрасте очень хорошо растягиваются, поэтому это основная база, что нужно дать для детей. Конечно, дисциплина, умение правильно себя вести в зале, умение правильно общаться со взрослыми, с тренером, понимать, слышать тренера и, соответственно, выполнять те задания, которые я даю. Это самая такая основная база для маленьких детей. Но и среди таких же маленьких детей мы проводим соревнования. Когда ребенок прозанимался год, мы уже начинаем проводить соревнования. Не для того, чтобы, конечно, он стал чемпионом, а для того, чтобы он научился делать первые шаги на соревновательном татами. В зале самая младшая группа 4-6 лет. Пока эти малыши далеки до спортивного идеала. Чуточку неуклюжие и то и дело норовят повеселиться. Но на татами с дисциплиной все строго. Это не игровая площадка, настоящий спорт. Спортсмен должен быть сильным. А если девочка с тобой в паре будет, будешь ей уступать, нет? Буду. А почему? Потому что девочкам надо уступать. Чтобы похвалил тренер, надо его слушаться. А если не будешь слушаться? Получишь растяжку. У тебя все хорошо получается. Наверное, ты здесь самый послушный, да? Да. И я давно получила растяжку, но
Я и плакал. Разминка, акробатика, обоюдная борьба в партере. А потом все переворачивается с ног на голову, на минуточку замирает и снова приходит в движение. Одно упражнение быстро сменяется другим. Такой спорт никак не может наскучить. Кто-то поплакал, кто-то вытер слезы, опять идет в бой, работает. Кто-то, бывает, расклеивается и не выдерживает. Ну, не все могут быть спортсменами, поэтому вот когда ребенок видно, что не получается, он тяжело ему, соответственно, ему ставим другую задачу, чтобы он потихоньку развивался и уже со временем входил в свою колею. Эстетика японской борьбы, изящная техника с эффектными бросками появится намного позже. Но даже такие занятия на общую физическую подготовку хорошо тренируют детскую координацию, подтягивают и развивают. К тому же это самый безопасный вид единоборств для детей. Мам, привет! Пока малыши постигают азы восточных единоборств, родители, как самые преданные фанаты, прильнули к окошку. Мы выбрали дзюдо, потому что это такой активный вид спорта, который закаляет дух, характер. Ребенок после нескольких тренировок, видно, физически окреп. И он всегда с удовольствием идет на тренировки. Я еще, как бабушка, я довольна, что Евгений Михайлович, он более такой, ну, не сказать, что он жесткий, но у него дисциплина. Вот это мне нравится. Дзюдо – это вообще хорошо. Они же полностью, фигурка у них формируется. И у старшего он такой прям стал подтянутый. Бабуля, ты тоже походи с нами. Дзюдо для сильных духом. И совершенно неважно, какого пола спортсмен. Ксюша и Даша присоединились к группе совсем недавно. Но на татами чувствуют себя уверенно. Считаете, что вы сильнее мальчиков или нет? Или они вам все-таки поддаются и уступают? Уступают. Почему? Потому что девочки? Или боятся вас? Нет, не боятся, уступают. Меня боятся, потому что я кое-что могу им сделать. Например? Их ударить сильно. Боевые искусства надо девочкам и мальчикам. Есть характер, будет и успех. И здесь уже не важно, какого ты роста, веса или пола. Присоединиться к занятиям в Академии дзюдо может каждый. Уже сегодня стартом лиги «Сока» снова в деле, ну а первый приднестровский, конечно же, держит руку на пульсе, на спортивном пульсе. Да, ну а предстоящий сезон мы обсудим с Владимиром Хорошиловым, менеджером соревнований «Сока МД». Доброе утро. Доброе утро. Да. Как настроение перед стартом? А у вас? У нас прекрасно, как всегда. У нас чудесное. А давайте соревноваться, у кого настроение больше, более шикарное перед стартом. То событие, которое мы ждали все лето, да, несколько месяцев, оно наконец-то свершилось. Амалига стартует, самый крутой чемпионат, где играют лучшие команды. Нам нравятся нескромные гости, знаешь. А что, мне очень нравится, я согласен, это Лига чемпионов вообще ни о чем. Главное, что Амалига. Мне... Как ты смеешь? Когда приезжали чемпионы мира россияне, уже все говорили о том, что, ну, если бы не Лига чемпионов Шериф Шахтер, то матч по Соке Молдавия-Россия, ну, был бы прям топчик. В топе. Но он и так был в топе. Он был в топе, да. Но мы уступаем Шериф Шахтер. Это был топ-топ, а мы просто топ. Это очень хорошая градация. Топ-топ и топ. Знаешь, это очень красиво. Ну, отличное распределение, я считаю. Но в целом, в общем, можно сказать, что старт уже состоялся. Потому что 10 сентября, да, прошел, ну, скажем так, матч всех звезд. Да, матч всех звезд. Супер-топ-топ матч. Да. До этого у нас был выставочный матч, да. 10 сентября матч лучших игроков АМА-лиги, сбор Тирасполь, сборная Кишинева встречались, да, в Черескую. Хорошая игра, мы апробировали и наши новинки на стадионе, которые вот сейчас попробовали 16 сентября в матче с чемпионами мира, со сборной России. И вот уже на 24 число, на сегодня у нас, в принципе, все готово. Сегодня три супер матча, один из них вечером у вас в эфире. Конечно, в 7 вечера. В 7 вечера, да. 19:00, запомни, просто запомни. Да, вот, и... потихонечку вступаем в сезон. Сезон обещает быть интересным только потому, что, наверное, я как бы немножко уже вас буду опережать, только потому, что у нас есть крутые новинки, в том числе и новые команды из Румынии. Помимо команды из Тирасполя, Кишинева и Бельц, это привычные команды, к которым уже все привыкли. У нас две команды из Румынии. Это сделано для... Все знают, что АМА-лига – это как бы уникальная, да, конкурентная среда, и для повышения еще большей конкуренции, чтобы матчи проходили еще круче, хотя, да, куда еще круче, иногда кажется.
Но вот решили запустить команды из Румынии. Ну, расширяем границы, это же здорово. Расширяем границы, это так. Вообще, Сока Молдова сейчас работает над расширением географии, и на весну у нас планируются еще крутые новинки, в том числе новые турниры, новые команды. Пока не будем как бы выходить за скобки, но будет очень круто. Вот сейчас попробуем сыграть посмотрим, как у нас румыны адаптируются к нашему чемпионату. В принципе, почему мы еще это делаем? Мы сейчас посмотрели, как национальная сборная Амалиги, сборная Молдавии выступала и на Кубке в Румынии, и, в принципе, в товарищеских матчах. Хочется, чтобы на фоне сильных европейских команд наши ребята росли и показывали еще более лучшую игру. Вот поэтому, в принципе, мы и привлекаем эти команды. Сока Молдова работает над расширением границ, работает с европейским рынком. В принципе, мы хотим затянуть много европейских команд. То есть румынские команды – такой еще первый шаг, что называется. На самом, дальше больше. На самом деле, да, потому что есть в планах организация очень крутого масштабного клубного турнира на весну. Возможно, он пройдет по типу КХЛ или Лиги Европы, да, так по Соке. Вот мы так как бы обозначили эти границы. Но давайте начнем вот с этого сезона, да. А там будет. Да, да, там уже посмотрим. Но в любом случае мы будем лучше, мне кажется. Но конечно. Мы расширяем границы постепенно, но потихоньку. Самое главное, что мы хотим, вот это расширение не только границ, но и наладить контакты с европейскими коллегами, да, с европейским рынком. Потому что, ну, не секрет, там команды тоже хорошего уровня. Сейчас приезжала сборная России. Показала, ну, честно, шикарную Соку. И вот этот тот уровень, к которому надо стремиться. В принципе, Россия возглавляет сейчас рейтинг по Соке мировой. Сборная Амалиги, сборная Молдавии на 7-м месте. То есть мы тоже как бы входим в топ-10. Да. Но тот космический футбол, который показала Россия, ну, как бы нас приятно удивил. И я могу, наверное, уже с уверенностью сказать, что через месяц сборная России, действующие чемпионы мира, приедут вновь к нам в гости. Как это приятно, очень, да. Ты знаешь, это здорово. Это очень классный опыт, конечно. Да, есть к тому, кому тянуться, да, какой-то есть мастер, у которого ты учишься. Но, как мы знаем, да, по всем фильмам там «Звездных войн», ученик должен победить своего мастера, поэтому мы идем к этому. Конечно, только вперед. Как настроение футболистов получается? 8 команд, это уже 4-й сезон, получается, в этом розыгрыше 8 команд, есть новые команды. Как в целом настрой у всех? Да я думаю, шикарный, потому что ребята соскучились, честно, ребята соскучились, и все-таки вот этот межсезонье, да, играли, но никогда не межсезонье не заменит настоящие матчи чемпионата. Тем более у нас каждый год новый чемпион. По всем сценариям в этом году что-то должно тоже произойти невероятное. Каждый хочет добиться победы. Я напомню, что в 2022 году все победители пандемийного периода будут участвовать в Лиге чемпионов. У Молдавии 5 квот. Три команды уже известны, это 3 последних чемпиона. И, в принципе, чемпион вот сейчас осенний, будущий весенний. Вот 5 команд поедут на Лигу чемпионов. Мне кажется, есть в этот момент наши зрители, именно игроки, начали вот, давай, мы сделаем. Ну, это вот такая же Лига чемпионов, как сейчас, да, где Шериф играет, только по Соке. Мне кажется, знаешь, даже вот именно в Соке есть более зрелищные моменты. Например, да, мы привыкшие к большому футболу и привыкли к пенальти, да, все, что, да, там выходит 11-метровый. Но в Амалиге же есть вот этот буллит, да, это же, ну, мне кажется, это более интересное зрелище, когда один на один. Как себя чувствовать? Потому что вы же вратарь, да, я так понимаю. И как это вот этот буллит? Ну, это, ну, когда ты выходишь против нападающего. Почему буллит? А булит, наверное. Булит. Ну, это, вы же знаете, что ударение, как и буква «Л», это мои сильные стороны. Кстати, так получается, что наша команда в Амалиге вообще первая попробовала, что такое булит. Это было в конце 2020 года. Вот. Это действительно новшество для нашего зрителя. Для Соки это вообще привычное дело. И в этом сезоне, я думаю, вы в курсе, ничьих не будет. У нас бескомпромиссные матчи. Любая ничья, которая заканчивается вот даже сегодня, если будет ничья, сразу после матча будут пробиваться буллиты. То есть каждый соперник получит по одному очку, победитель буллитов получит 2 очка. То есть 3 очков не будет, ну, 3 очка за чистую победу. И для чего это сделано? В том числе, чтобы повысить градус игры. И это все-таки шоу, да, Сока — это шоу. И, как вы сказали, все любят эти буллиты.
Очень эмоциональное шоу местами. Да, очень эмоциональное. Мне нравятся техники вратарей. В буллитах у каждого вратаря своя техника, техника исполнения игроков. Да, там футзалисты пробуют свои варианты. Игроки из соки, из большого футбола пробивают буллиты по-другому. То есть даже посмотреть, как делают это профессионалы, это тоже дорогого стоит. Это круто, да. Но вот одну особенность, да, вы уже обозначили, да, это по поводу вот отсутствия ничьих, как бы, таких на поле, что называется. В турнирной таблице там прям нос к носу все будет идти. В прошлом году было столько ничьих, и поэтому в том числе тоже надо было что-то с этим делать, потому что ситуация в таблице была запутанная, вот буллиты. А так, конечно, все будут очень-очень плотно. Там будут. Но для зрителя это тоже большой бонус, вот действительно, потому что это дополнительное такое зрелище. Но вот сегодня первый тур получается, и если заявлено всего 8 команд, то сегодня играют только 6. Две румынские команды присоединятся позже? Да, они присоединятся с третьего тура. Будут наверстывать. В принципе, как бы в этом никаких проблем нет. Сегодня у нас супер матчи. Тот матч, который вы покажете, Нистру Термоэлектрика, это действующий чемпион и команда, которая метит. Естественно. Туда наверх, да. Там нет команд, которые не метят наверх. Но я бы еще и анонсировал не только ваш эфир. Сразу после вашего эфира в Ютубе Сока МД будут еще две крутые трансляции, которые тоже проведут ваши коллеги. Одна за одной, что важно, да, то есть можно спокойно, в принципе, с 7 вечера устроить себе вечер Соки. Конечно, да. Тем более ваши коллеги работают, надо отблагодарить. Тираспольское дерби, давайте не будем забывать, у нас две тираспольские команды, Тирасполь и Вива Фарм Нобель, они сегодня встречаются между собой. Вообще это как бы такое супер дерби в Тирасполе считается, поэтому внимание должно быть сумасшедшим к этому матчу. Но обязательно, уверены, обязательно сегодня после первого Приднестровского ютубчик. Ты заметил, как я чуть напрягся, да, вот это я после первого Приднестровского, куда же включать? Один канал. Один канал, только на YouTube, конечно, и можно перейти спокойно. Куда же еще, да. Мы, конечно, всем командам желаем удачи, потому что для зрителей, что важна, классная, эмоциональная, яркая игра, тем более в Соки много забивают часто. Да. Есть это такое, приятно для зрителей. Иногда вот смотришь, этот большой футбол ждешь, и ты уже, да что ж такое, ну второй тайм они вот этот мяч мотают по полю, ни о чем. А все-таки в Амалиге это всегда какая-то острая игра, очень много голов, и это не может не радовать. Очень редко, когда вообще нет мячей или один мяч, это очень редко. И в этом нет ничего плохого, когда много мячей, потому что в этом формате футбола 6 на 6 голы просто не могут не быть. Они приходят отовсюду. Не будем лукавить. Мне кажется, редкий любитель футбола смотрит на футбол ради игры вратаря. Там, или, ой, как защитник. Не, ну есть тоже, конечно. Ну, понятно, знаешь, как ценители в своем этом. Но все-таки хочется гол увидеть. Ты ждешь эти голы, и Амалига дает такое. Да, но хочется еще поговорить о том, что вообще этот сезон 21-22, он такой особенный, скажем так, потому что вот на 22-й год, помимо Лиги чемпионов, да, которые вы уже сказали, есть же еще одно событие, это чемпионат мира в Мексике. Там есть два события сумасшедших. Даже два. Да. Вот, но одно из них, это, оно, по-моему, первее, да, это вот чемпионат мира в Мексике. И вы, в принципе, да, это четвертый сезон только, да, то есть вы 3 года в действии, да, а уже вот такие вот турниры. Три сезона – это 1.5 года. Да, ну, а фактически, да. Три сезона, полтора года. Да. И уже Мексика. И уже вот такие вот события, которые мы так сидим и активно обсуждаем. Мы хотим Мексику, очень да. Может быть, вам нужны какие-то стационарные болельщики. Я могу кричать на мексиканском выучить, если нужно. Я видел брендбук этого чемпионата мира по соке в Мексике. Я вам скажу честно, я многое видел в большом футболе, в том числе, когда я работал с футбольным клубом «Шериф», но вот организация этого чемпионата, который будет в Мексике, я вам скажу, что это, ну, топ-левел, это вообще, это высший пилотаж, и если кто-то из ваших ребят поедет с нами, отработает, то я уверен, что это будет самое, наверное, запоминающееся событие в вашей жизни. В его жизни. Короче, самая крутая командировка у вас будет. Ну, это же здорово, но мы-то, как мы, как говорится, о нас мы чуть позже поговорим. Сам факт, что это просто, ну, какие-то мирового уровня события, и мы вот при, собственно, заграниченное количество времени, Амалига, Сока, МД, вот раз и просто выстрелила так невероятно. Как у вас так здорово получается? Как
можно идти такими семимильными шагами? Какие шаги вашего успеха? На самом деле, это все благодаря командам и тому качеству футбола, которое они показывают. Вот согласитесь, если бы команды бы играли не очень здорово, если бы у нас не было столь крутых игроков, ну, наверное, и вам бы в том числе, и всем остальным не нравилось бы развитие этого подвида футбола. Он просто заразил всех у нас здесь, и в Приднестровье, и в Молдове. И вот мы уже выходим на международный уровень, а там сокая люди болеют. Ну, поверьте мне, очень круто. И очень приятно, что мы там не на последних ролях, и мы играем первую скрипку. В основном, даже сейчас чемпионы мира приезжали. Откровенно вам скажу, они были приятно удивлены, даже шокированы организацией, которая Сока Молдова подготовила вот для матча в Кишиневе. И сейчас с 22 по 24 октября Россия вновь приезжает, потому что мы организовываем национальный кубок Ама-лиги. 6 лучших сборных Европы прилетают в Кишинев. Это будет тоже большой турнир в парке Лайзвор на ультрасовременном стадионе. Вот, в том числе с чемпионами мира. Это еще одна подготовка к Мексике. В 22 году в апреле с 1 по 10 40 сборных, с этого вообще самые сильные 40 сборных будут участвовать в Мексике в чемпионате мира. Это сейчас подготовка уже к Мексике. В принципе, она началась еще с прошлого года, вот по чуть-чуть, через чемпионат, через вот такие турниры сборная готовится к главному событию последних лет, потому что из-за пандемии чемпионат мира 2 года уже не проводится. Лига чемпионов, и в октябре в Молдавии, в Кишиневе, тот самый межконтинентальный кубок, который уже... Мы хотели принять его еще раньше, планировали, да? Да, уже с 2020 года переносится, но все уже International Soccer Federation подтвердила даты. 16 команд прилетают в Кишинев, и я вам скажу, что такого масштаба соревнования, в принципе, никогда еще не проводились. Никогда здесь у нас не проводились, поэтому это крутой будет ивент, это крутой опыт для всех наших игроков. Мне приятно, что в том числе и много тираспольских ребят играют за сборную Ама-лиги. Вот сейчас в Румынии из 12 человек 7 представляли тираспольские клубы, это наши местные ребята. Это здорово, правда. Но это мы повод еще так... для гордости. Конечно. Еще у нас есть тоже свой повод для гордости. Повод. Я к чему, да, ты поняла, да, к чему я веду. Мы скромно, нескромно скажем, что первый Приднестровский, конечно, часть семьи Ама-лиги. Ну, часть можем... команды, часть корабля. Вот так, да, вот мы называем это. Именно так. Постоянно прямые трансляции обязательно. У нас есть специальный проект «Маза Футбик». Артем Мазур знакомит с футболистами. Причем, мне кажется, с другой стороны их можно увидеть. Какой на самом деле. Какой у вас любимый выпуск? Любимый какой? Кому понравился больше всего? Мне вообще, нам очень нравится Сергей Журик. Первый, классика. Один из, ну, таких ярких, я не знаю, каких-то вот я просто, да, это вот там, где они бегали по школе, вот где с Артемом, да? Нет, это был Александр Лапыч. Вот этот мне понравился. Потому что у меня, естественно, все это путается. Перемешалось. Поскольку, да, я могу посмотреть это через месяц после выхода, поэтому мне вот это понравилось. Артем круто интегрировался, и вы, если вы заметили, с каждым выпуском вот «Маза Футбик» был еще лучше, лучше, интереснее. Все больше в теме и в теме, да, а теперь он вообще у нас такой неотъемлемая часть Ама-лиги и Соки. Но мы на самом деле предлагаем нашим телезрителям завтра, в субботу, пересмотреть все выпуски «Маза Футбика». Мы в честь старта Ама-лиги покажем все выпуски. Начинаем завтра в 10:25 и один за одним, один как за как одним. Раз, значит, там перерыв на обед будет небольшой, а так все, мы не отрываемся от экрана. Да, ну и напомним, что сегодня старт Ама-лиги мы смотрим вечером в 19:00 прямо. Прямая трансляция, естественно, все вот эти вот жаркие эмоции можно будет посмотреть в прямом эфире. Но еще про уровень Ама-лиги. Появился собственный гимн, опять-таки, да, во многом благодаря Артему Мазуру, группе «Мне кажется, Лонжерон». Этот гимн еще привлекает к Ама-лиге, потому что получился, ну, на мой взгляд, очень крутой трек, очень здоровская работа, поэтому это еще привлекает людей, которые хотят узнать, что же такое Ама-лига. На рингтоне у всех футболистов Ама-лиги стоит? Я не слышал, мы очень хотим это услышать, но точно знаю, потому что они это обсуждают. Зашло. Всем просто зашло, и сейчас у нас на стадионе перед матчем, в перерыве, после матча, на выходе команд, на забитых голах играет гимн Соки, да, хит вот этот Артема Мазура. Он заражает все больше людей не только у нас здесь, в Тирасполе, но и в Кишиневе, потому что мы принимаем свои матчи в Кишиневе. Он всем нравится, и это круто, потому что была проделана крутая работа, и когда есть результат, когда мы видим отдачу, то значит мы движемся в правильном направлении. У Артема еще много хороших, классных идей, мы уже обсуждали. Поэтому я думаю, это не последний такой суперский подарок.
Да, гимн. Скоро, знаешь, проход на матч будет не за деньги по билету, а напел. Да, напел пару строк. Напел хотя бы пару строк. Все, проходи, нет, извини, ты не к нам, вон, тебе туда. Их-то можно даже не то что пропеть, начитать, в принципе, как получится. Хотя бы намруйкать уже, что-нибудь чуть-чуть, знаешь. Но он такой, правда, драйвовый, классный. Это говорит о том, что, опять-таки, уровень еще выше, потому что когда появляется свой личный гимн, когда вот это вот уже прям такая действительно целая система вокруг обрастает вот самыми разными такими вариантами. В общем, мы желаем вам крутого старта. Мы уверены, что он таким и будет, в принципе, как и весь сезон. И крутого сезон. И крутого сезона, конечно. Надолго не прощаемся, потому что, ну, а Малибу мы любим. Мы всегда найдем о чем поговорить, да. Да, так что до новых встреч. Вам спасибо, ребят, до встречи. Артем Мазур и группа «Лонжерон» разбудили вас окончательно и бесповоротно, ну и настроили на такой спортивный, драйвовый день сегодня. Знаешь, это в целом звучало не только гимном Алиги, но и гимн пятницы. Ведь что самое приятное в утре пятницы? Что это утро, скоро вечер отдыха, а потом два длинных выходных, еще и насыщенные яркими событиями. Плюс мы узнали, что если у вас сухие локти, то не надо просто так об этом думать, а все-таки стоит что-то для этого сделать. Видите, какая пятница у нас и полезная, и такая воодушевляющая самыми разными приятными событиями. Нам осталось еще одно важное событие, это рассказать вам прогноз погоды на сегодня. Пожалуйста, погода на экран, да. Да. Ну, что у нас? Тут осенние показатели на севере республики и, собственно, в центре республики одна и та же картина. Ночью 6-7, днем 16-17 и, надо сказать, пятница, она такая, она сегодня хмурится. Ну, с другой стороны, потеплело. То, о чем мы говорили, да, было 12 градусов, и уже даже первые заморозки, теперь чуть-чуть потеплело, конечно. Да, но дождливо, дождливо будет сегодня, но это все не беда, согласитесь. Переезжаем на юг. Здесь у нас ночью еще холоднее, 3-4 всего, а днем те же 16-17 градусов. Ну, и тоже, так сказать, солнышко не
особо сегодня хочет появляться. Ну, знаете, у какого из знаков зодиака там было уехать на необитаемый остров? У льва. Лев собирался уехать на необитаемый остров. Солнышко сегодня лев по гороскопу, оно куда-то там на необитаемый остров. Солнышко тоже пятница, знаете. Но сегодня, несмотря на то, что пятница, это был рабочий день для моей фантазии. И Александра Бондаренко, ну и для всей, собственно, нашей дружной команды. И мы все вместе от всей души, от всего сердца желаем вам прекрасной пятницы, не менее прекрасных выходных, а то и более прекрасных. Вообще, просто даже пусть сегодня будет очень хороший день, отдохните, зарядитесь и наслаждайтесь жизнью просто каждый день, даже если это рабочий день. Именно так, встретимся уже с вами на следующей неделе.